Эй, дети! Что-что? Дети острова Веноса! Это не твой остров! Это мой остров! Я купил его! Я купил его за 40 баксов, которые валялись у меня в заднем кармане. Слушайте, сегодня на острове Веноса мы проведем небольшое мероприятие. Мы будем играть с твоими шарами? Нет, не с шарами, а с мячом. Смотри, тебе я тоже дам один мяч. Вау, зацените! Теперь у нас два шара. Ну что, кто-нибудь хочет сыграть в пляжный волейбол? Нет, спасибочки. Я хочу морковку. Дайте мне морковку, я поиграю с вашими шарами. Хорошо, я дам тебе морковку. Куда делся Ногла? Посмотри, какой у него мяч. Вау, он напоминает мне фон на моих превьюшках. Так и есть. Куда делся зеленый пацан? Я не знаю. А, я нашел его! Нагло, выходи, не бойся! Нагло, иди сюда! Фу, ваши шары все в песке! Я вижу страх в его глазах! Может, ты имел в виду, ты видишь его тупость? Ага! По мне, так он выглядит счастливым. Нагло, поиграй с нашими шарами! Один из нас! Один из нас! Да! Это тупо! Делириус? Да, я прячусь, где ты? Ты видишь мою стрелочку? Видишь и я? Нет, не знаю, у меня нет времени, у меня нет времени. У вас есть стрелочка? Да, 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 стрелочка! Зайди в дом, добро пожаловать, кролик! Какой дом, этот? Нет, маленький! Да! Венос! Встретимся, встретимся на моей штуковине! На твоей штуковине? На штуковине. А, Венос, посмотри направо, я вижу тебя. А ты меня видишь? Посмотри вниз. Да, да, я вижу тебя. Так, ладно, ладно. Вот только не надо. Не говори больше ничего. Я сделаю это. Ничего не говори, Делириус. О, черт, кажется, кролик поднимается. Кажется, кролик поднимается. Кажется, он идет к нам. Серьезно? Да, он где-то внизу. Он где-то внизу. Нет, Делириус, Делириус. Продолжай, продолжай. Продолжать? Да. Продолжать? Я специально так сказал. А он знает? Нет, он не знает. Он еще не знает. Какого черта? Это вы тут все заблочили? Да, мы заблокировали маяк. Мы заблокировали проход мебелью. Что ты будешь делать теперь? Ты не сможешь подняться к нам! Вы так уверены? Окей. Добро пожаловать! Не обращай внимания на того, кто там сидит. Эй-эй-эй, не трогай этого старичка! Что он здесь делает? Это я! Это хранитель маяка! Это я! Нет, это не ты! Нет, это я! Хранитель маяка! Это так я выгляжу без своей маски! А, так вот ты какой под маской! Что ты делаешь? Нет, это не ты! А, мой бог! Эй! Эй, как дела? Я понял, как вы это сделали. А базе, а базе, а базе! Зачем ты спрыгнул? Я упал! Осторожно! А, Делириус! Нет, 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 нет! Я заберу твою морковку! Он срезал путь! Какого чёрта? Эта грёбаная хрень появилась из ниоткуда и заблокировала меня! Что это был за звук? Кажется, Венос сломал ноги, когда спрыгнул. Я не прыгал, я еще наверху. Мы тебя не видим, куда ты делся? Я все еще наверху. Я вижу ничего не подозревающего и не спрятавшегося терроризера внизу. 360! Готово! Слушайте, почему у меня все мечи одинаковые? Я вижу его хвост! Нет. Нагло, ты смотришь на мои шары? Ага. Твои шары такие же, как у меня. Нет, нет, мои шары отличаются. Они все красно-белые. Не нужно беспокоиться о чужих шарах. Ага. Подумай о своем шаре. Извини, но твои шары выглядят не так. Это твой шар выглядит не так. Я думаю, он где-то в маяке. Да по-любому. Он точно там. Я поищу его на маяке. А вы посмотрите где-нибудь еще. Кажется, это победа. Нет, нифига. Это победа. Ты наверху? Нет. А где? Нет. Где ты? Может, он внизу? Нет, его внизу. Я внизу. О, да, ты уверен? Ты уверен? Ты уверен? Да. Где ты был? Я здесь, в центре карты. Нет, меня едят рыбы. Я жив, я жив! Эй, чё как, чувак? Чё как? Венос, он видел вас, бегите, бегите! Нет, 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 Ногла, Ногла, нам надо идти. Как бы я их увидел? А ты разуй свои кроличьи шары, разуй свои кроличьи шары! Я все равно их не вижу! Эй, Нагла, посмотри наверх! Вы видите меня? Да, я вижу.
Эй, он сзади, бегите, бегите! О чем это ты? Ох, черт, ты прав. Наглая! А, вам хана, вам хана! Кто хочет пляжный мяч? Разделяемся, разделяемся! Эй, Эван! Стоп, что? Вы умрете в воде, вы умрете в воде! С чего это мы умрем? Потому что там водятся пираньи! Ты про этих миленьких рыбок? Точно, у нас же нет здоровья, мы не сможем умереть в воде! Кому нужен пляжный мячик? Пираньи должны съесть его! Нет, они просто плавают рядом. Эван! Смотри, Веноса сейчас поймают! Эван, плыви! Я плыву! Плыви! Я не могу его достать! Ты должен сделать это! Ты должен сделать это! Нет, тебе хана! Нет, я только забрался, и он поймал меня! Ты попался! Ладно, куда делся твой друг? У меня нет друзей. Мы поднялись на маяк! Вот мы где! Делириус! Делириус! Эй, эй, иди сюда, иди сюда! Что такое? Жди здесь! Окей! Ты видишь террорайзера? Смотри, смотри! Видишь его? Я не читер, у меня не включено третье лицо! Эй, парни! Вау, спасибо! Спасибо, Делириус! Спасибо, что подсказал! Делириус, что ты пытаешься сделать? Ты пытаешься выпрыгнуть в окно? О, черт! Сукин сын! Где он пытается выпрыгнуть? Осторожно, там Оум! Я знаю! Куда он делся? Куда делся Делириус? Куда он делся? Пошли вы! Я уплываю от вас! Я уплываю! Твоя стихия тебе не помогла! Смотрите, тут рыбки вокруг меня! Да, не вокруг всех! Если б я был Зоидбергом, я бы сказал, что это мои дети, но нет. Террорайзер! Террорайзер! Я пожертвовал собой ради тебя! Не беспокойся, я все вижу. Да, я знаю. У меня тут идеальный обзор. Террорайзер сидит наверху. Откуда у него может быть хороший обзор? У меня тут огромный вентилятор, понятно? А на ветряной мельнице, на ветряной мельнице. Он там, он там. Где вы все? О, вот он где. Кто-то должен залезть наверх, а другие ловить его внизу. Я лезу за ним. У нас мало времени. Держите его! Нет! Это было так близко! Зато у нас есть пляжные мячи! Ты прошел сквозь меня! Покупайте мой мяч по ссылке в описании под видео! Да, покупайте мяч Делириуса по ссылке! Лето уже закончилось, но лучше поздно, чем никогда! Это будет отличный подарок на Новый год! Кто-нибудь хочет получить бесплатный мяч? Кто хочет бесплатный пляжный мяч? Кто хочет бесплатный мяч? У меня есть пляжный мяч для каждого из вас! Бесплатные мячи! Я видел вас! Я видел вас! Оум, я понял, что ты хотел сделать. Ты понял? Да, я понял. Окей, ладно, ладно. Я понял. Я видел, что ты пытался сделать. Вот так, спасибо, спасибо! Ну что, парни, я поймал двоих, осталось еще двое. О, да? Да! Я просто чемпион в этом режиме! Давай сюда. Думаешь, получится? Да, все в порядке. Что они делают? Давай, давай, пошли, пошли, пошли. У нас секретная миссия. Нет, это будет жесткая попытка побега. Вы снова в этом долбанном месте? Нет. Я знаю, где вы. Я знаю, где они, я знаю, где они. Они подсаживали друг друга. Так, и где они? Где же мы? Чувак, я не уверен. Где они? Да, нагло, они в доме. В этом доме. Именно. Смотрите в оба. Смотрите в оба. Пусть только шелохнутся. Ты ничего не увидишь. Пусть только пошевелятся, я их атакую. Где он? Вон там. А, вот он. Я вижу движение, они под ветряной мельницей. Черт! Удачи, Оум! Удачи, Оум! Сделай это! Мне хана! Нет, нет, да-да, хана! Я поймал его, я поймал Оума! Так держать! Он был под ветряной мельницей, но потом он спрыгнул куда-то с берега! Нет! Да? Мы как пляжные спасатели, только еще лучше! Да, я спас жизнь Ому, он спрыгнул с обрыва! Когда мы их спасаем, мы даем им мяч! Да? Мы как эти, знаете? Знаете, как те доктора, которые дают леденцы детям? Да, как стоматологи! Нет, зачем стоматологам давать леденцы детям? Доктора дают только то, что вредит тебе. Чего? Точно, у тебя будут больше болеть зубы, у них будет больше работы. Да, точно. Так и есть. Венос, как ты смог убежать? О чем ты, чувак? Я все еще там. Я думаю, он убежал в этот дом. Это единственное место, где он мог спрятаться. Да, по-любому. Я по-любому в этом доме.
Или ты в маяке? В маяке? Да, я тут. Я в маяке, да, я в маяке. Да ты врешь, нет тебя в маяке. Эй, чё как, ом? Где он, где он? А, май бах! Эван, убери все эти штуки отсюда! О, чёрт. Он в маяке! Да, он в маяке! Он убежал! Я же говорил! Чёрт, он убежал вниз! Я выиграл! Он здесь! Иди сюда, Эван! Я обошел его совершенно случайно! Он выиграл! Вау, это было хитро! Это ужасно! Это был величайший случайный побег!